А ну-ка, готовы? Сейчас будет мясо нам на растерзание. Рубрика, ваша любимая, кстати говоря, «Иноагентная швань». Беглый стихоплет Дмитрий Назаров сейчас зачитает вам стихи. Он не стал выражать свои соболезнования пострадавшим от теракта в Крокусе. У беглого шефа хватило ума только на написание издевательского стиха. Так он отреагировал на обсуждение депутатами Госдумы о введении смертной казни. Своим четверостишием Назаров буквально сочувствует террористам, которые жестоко убили 137 человек. На ваше растерзание сей стихоплет. Смотрим. Мы любим смерть. У нас до смерти голод. Спаси нас, Боже, Господи Иисусе. Мы даже траур превращаем в повод благословления казни на Руси.